Всем привет! Сегодня мы с вами найдем все могилы падших друзей из банды Вандерлинде. Но хочу сразу подчеркнуть, лучше всего их искать после прохождения всей сюжетной линии Артура Моргана. Первая находится здесь, недалеко от Роудса, рядом с нашей второй стоянкой. Здесь лежит Шон Магуайр. Вторая находится рядом с третьей стоянкой, недалеко от Сен-Дени, и принадлежит Кирану Даффи. Третья и четвертая точка находится на севере Сен-Дени и принадлежит Хазии и Лене. Пятая находится недалеко от последнего лагеря между буквами В и Е на горе и принадлежит Сьюзен Гримша. Но будьте аккуратнее в этом месте, возможно отсутствие текстур вокруг горы. Шестая могила находится недалеко от лагеря индейцев, над домом Хоббита, и принадлежит главному герою Артуру Моргану. Седьмая также находится недалеко от Артура, через реку, и принадлежит парящему орлу. Восьмая находится в заброшенном городке, где проходила первая глава, и принадлежит бандиту Дэйву Кэллендеру, который погиб во время неудачного ограбления банка в Блэквотере. И последняя находится чуть дальше этого городка, по пути, где потерялся Джон Марстон. Принадлежит также одному из грабителей банка в Блэквотере, именно Дженни Кёрку. И вуаля, мы получаем ачивку. Всем спасибо и пока.